я тоже с Херсона. Мы с какого района? Нет. Как зовут? Вы из Херсона? Да, мы из Херсона. Я тоже. Да что ж такое? Они херсонцы. Какого района? Пишите. Ура, ура, ура. Давайте. Мы за Балка. Мы за Балки, если что. Те, кто местные. О, Скоробельная площадь, так это почти рядом. Так мы за Балки. Вообще почти соседи. Это? Представляете, как Скоробельная площадь? Это не улица, это Корабельная площадь. Это Корабельная площадь. Те, кто местные, все понимают, о чем мы говорим. Кулика. О, так это тоже рядом, 123 Кулика. Ну, в принципе, я же говорю, боже, как так быть? Потом в Батуми приеду, отлично. Такое ощущение будет, как, знаете, когда встречаешь тут херсонцев, как будто родственников встречаешь. Да. Так что так бывает в жизни. Так, идем на площадку, 5 минут погуляем. О, тут хоть не так жарко, в речке. Ну вот на этот, возле Метросити там. Ну да, кстати, на сегодня. Ой, ну смотри, аккуратно, тут плитка неровная. Да. А здесь раньше я живу на Шантажа 10. Красиво. Шантажа 10 это где? Шантажа 10, что-то я такого не знаю. Шантажа 10, я не знаю. Красиво. Да, вот это вот речка, но это сейчас просто дождя нету. Несколько дней не было дождя, когда тут был сильный... А, замри, да. Когда здесь был сильный ливень, вот это все было поднято, вода. Шартава, это, подождите, это шуминский или это таврический, не помню. Шартава. Нет, я просто вспоминаю, не помню, у нас солнце. Но вот у нас вот такая вот сейчас погода. Ну, пусть это. И вот это вот все бежит в море. Море. Вот видите? И потом начинаются ротавирусы. Это и все. Рвота и все остальное, когда покупаешься в таком море грязном. Так что после дождя здесь нельзя купаться. Да мы и не купаемся. Мы или в Гонию ездим, или в реки. В реке вообще лучше не купаться. Не, в реке это тоже нормально. Мы ездит еще. А вот то, что ездит, то там такое. Да, ротавируска, неприятная вещь ротавируска, поэтому лучше не купаться в море здесь, Гоню. Там, где речки, в Гоню, в реки, да. В Квариате, это же Гония, Квариате, это же тоже туда. Там такая, да, там классно, там рядом с Турцией. Мы вообще в Сарпи ездим, сейчас мы подойдем, мы вообще в Сарпи ездим, прямо на границу, вообще классно. Ну, в Сарпи там тоже классно, в Сарпи тоже там классно. Ты хочешь школу? Спрашивает. Хочешь школу? Ну пока. Посмотрите, видите? Очень хочет в школу. Очень. Хотя школа онлайн, но все равно. Мама. Нет, скажи, смотри. Хочу, да. Не хочу. Али, детей сегодня мало. Да. За городом, да. Ирине посвящает. Почти где-нибудь там припарканемся. А там есть лавочка. Фу, жарко. Очень воды хочет. Ветерок. Так, Ариш, дай я воды, наверное, холодной возьму какой-то. Припаркуйся вот тут. Я сейчас воды возьму. А ты можешь здесь? За городом. Ариш, только пожалуйста, так. Очень аккуратно, да? И смотрим под ноги. Угу. Хорошо, самокат, я вижу. Я воды сейчас возьму. Пить хочу. Прям, ведь я не знаю, ми-ми-ми, у Арины классный самокат. Ну, у нас еще электро есть, но мы сегодня побоялись брать, потому что подумали, будет дождь. А что такое? Не открывается? Ага. Сейчас, не открывается. Сейчас. Мамочка, а можно воду холодную? Зеленую? Что? Сейчас. Ребята, извините. Давай. Ага, баба. Так. Так, все, воду взяли. Так, в школе какой город мы?
Батуми. Вон, смотрите, какие тут всякие...